Можно ли путешествовать дешево? Да, можно. И сегодня мы расскажем вам, как это сделать. Какой хороший день, какой хороший Лёха. День. Да, Лёха. Поехали смотреть на грибы. Какие грибы? Зима на дворе. Ты каких грибов объелась? Да ледяные грибы. Говорят, в Амурской области, в Бурейском районе, зимой вырастают необычайно красивые ледяные грибы во весь человеческий рост. И мы расскажем вам, как до них добраться. Ну что, мы уже на Бурейском водохранилище, мы доехали, и сейчас мы увидим, собственно, то, ради чего мы сюда поехали. Пойдем. Знаменитые талаканские ледяные грибы. Да, звучит очень странно, но это супер красиво. Вот они. Смотрите, как красиво. Он есть и маленький грибочек. Ну, а вот такая красота, такие грибы образуются от того, что когда происходят сбросы на водохранилище, уровень воды понижается, соответственно, плюс воздействие холодных температур, и вот так вот застывает вода, вот в такие причудливые формы. Ехали мы сюда в Талакан не просто так, а приготовим плов на природе. Мы взяли с собой небольшой вот такой вот набор. Некоторые продукты мы купили, а некоторые взяли из дома. Воду, например, можно взять из дома. Также найдется маслица и приправы, думаю, у всех. Лук и морковь мы купили, тушенку и рис. Всего у нас суммарно ушло примерно 500 рублей. То есть вполне себе дешево. Думаю, у всех найдется казан или какая-нибудь кастрюля и термосок, чтобы попить теплый чай. Словно летом грибы пробиваются сквозь листву, точно так же и здесь зимние грибы пробиваются сквозь лед. Ну вот, мы взяли полежки с собой, вот такие вот дрова. Сейчас нарубим на щепу, чтобы разжечь побыстрее наш костер и приготовить еду. Но опять же, если вы не знаете или у вас нету полежек, мы вам расскажем, где их найти. Ну вот, а если вы не взяли с собой то, из чего разжечь костер, всегда на берегу вы найдете, ну, какие-то сухостои, обрезки. И, в принципе, сможете развести свой костер для вкусно поесть. Ну что ж, пока у нас есть время погреться немножко у костра, действительно сегодня очень холодно, пока варится наш плов, вот, мы немножечко отдыхаем и греемся. У костра, кстати, немного теплее, чем на улице. Ужас, конечно. Мы, кстати, переоделись, если кто заметил.
Ну вот, получилось полноценное путешествие. Можно устроить такое свидание, а можно отдохнуть с семьей и с детьми. Ну что, подведем итоги нашего путешествия. На дорогу у нас ушло в одну сторону где-то 1180 рублей. Ну а на еду где-то 500. Складываем дорогу в обе стороны, еду, и получается, что наше путешествие обошлось где-то в 3000 рублей. Мне кажется, довольно неплохо. Ну а эмоции и впечатления, которые мы получили, так вообще бесплатно. Познакомились с новым местом Амурской области. И, кстати, о бесплатных путешествиях. Если вам понравилось наше видео, то мы можем снять для вас видео с лайфхаками, как путешествовать вообще бесплатно. Если вам нравится, то пишите об этом в комментариях. Еще, чтобы сэкономить, можно добраться на автобусе. Стоимость билета Благовещенск-Талакан 630 рублей в одну сторону. Ну а перекусить можно не в таких походных условиях, как мы, а в одном из кафе в поселке. Главное быть осторожным на льду. И не забыть сделать красивое фото. Ну и отметить нас, конечно. Нам очень интересно, какие ледяные чудеса встретятся вам. В описании мы оставим координаты нашего места, чтобы вам было удобнее искать. Это были Turbo Life в поселке Талакан. Искали зимние грибы. Оставайтесь с нами, и мы покажем вам еще много интересных маршрутов. Ну и всем пока-пока!